22 случая пала сухой травы зафиксировано в регионе за последние несколько дней. О подготовке к пожароопасному сезону говорили в правительстве области. Особое внимание дачным участкам и прилегающим лесным полосам, где категорически запрещено разводить костры. Региональному Минлеспрому дано поручение совместно с синоптиками следить за прогнозами, чтобы заранее быть готовыми к пожароопасной ситуации. Прошу с прогнозистами нашими по погоде, по температуре окружающего воздуха, все, что связано, значит, вот с показателями горимости, сориентироваться и необходимые мероприятия, если это требуется, как установление особого противопожарного режима в лесах и то, что с этим связано, их тогда предложить внести распорядительным документом. Стоит заметить, что нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит административная либо уголовная ответственность.